Новые самолеты готовят для эксплуатации в Ненецком округе. На новосибирском предприятии «Росавиапром» выполняется дооборудование двух самолетов ТВС-2МС. Машины уже изготовлены, для их перерегистрации в Росавиации потребуется некоторое время. По данным сотрудников авиапредприятия, доставка техники в Нарьян-Мар ожидается в конце февраля, начале марта. Общая стоимость самолетов составила 162 миллиона рублей. Средства на авансовый платеж в размере 75 миллионов выделены из окружного бюджета. Они находятся в компании «Росавиапром». Компания «Росавиапром» выполняет доработки на этих воздушных судах, установку аварийных радиомаяков и окраску в нашу классическую нарьян-марского отряда. Перекрашивает его. Шикарный самолет получился. Вот. Сейчас проходит процедура перерегистрации. Ну и параллельно я где-то недельки через две отправлю туда группу учиться. Ну это минимум 4 пилота и 4 техника. И они, собственно говоря, получив вот этот допуск, и пригонят сюда самолет. Дальность у него приличная, у него 1400 километров он ходит с полной заправкой. Вот, на экономическом режиме. Да, затем процедура будет происходить, когда самолеты будут у нас здесь, мы будем готовить документы, внесение в наш технический документ. То есть это руководство по производству полетов, вносятся изменения, так как это новый тип, руководство по организации технического обслуживания. Напомню, окружные власти внесли в уставный капитал Нарьян-Марского объединенного авиаотряда 75 миллионов рублей в качестве бюджетных инвестиций. Эти средства были направлены на осуществление первого взноса по договору лизинга, заключенному между Нарьян-Марским объединенным авиаотрядом, Росавиапромом и Ненецкой лизинговой компанией. Кроме того, округ выделил 150 миллионов рублей для приобретения нового вертолета Ми-8.